Всем привет! Наш 11-й урок мы посвятим технике чикен-пикен. Что она из себя представляет? По сути, техника чикен-пикен является совмещением игры медиатором и пальцами правой руки. Основы этой техники заложены были еще в классической школе гитары, где все играется исключительно правой рукой, без использования медиатора. Вот. А техника чикен-пикен является, по сути, гибридом игры медиатора и пальцев. Подобную технику очень часто использовали музыканты, играющие на банджо. Они надевали на большой палец медиатор коготь, так называемый, который крепился на большой палец, а все остальные пальцы были свободны, и можно было играть ими что угодно, различные переборы, или как их называли, роллы. Что-то в таком ключе. Вот, впоследствии музыканты, играющие кантри на гитаре, использовали этот прием очень обильно в своей игре. И мы попробуем разобрать несколько примеров в стиле кантри, чтобы вы смогли начать осваивать это. Возьмем гамму, ля микс или диский, либо ре мажор. И сыграем ее с помощью чикен-пикена. По сути, я сейчас играл обычную гамму и использовал максимум открытых струн. И пользовался для извлечения некоторых нот пальцами правой руки. Подобная игра пассажей встречается у гитаристов, играющих кантри, постоянно. Это дает очень интересный оттенок звучания, небольшой такой фортепианный педальный тон и очень интересную характерную атаку. Подобные переборы очень часто встречаются, как называют в музыке кантри, роллы. Также подобную технику очень много используют гитаристы, играющие фьюжн, да и в целом сейчас, наверное, все гитаристы, играющие легато, так или иначе используют чикен-пикен. Его называют еще гибридным звукоизвлечением. И самый элементарный пример данной техники можно встретить в игре легатных пассажей, когда вместо того, чтобы играть медиатором возврат на соседнюю струну, мы используем палец. По сути, постоянное движение медиатора и среднего пальца. Здесь, по сути, это не дает практически никакой окраски. Также бы это звучало и с помощью медиатора практически, но это экономит нам массу времени для того, чтобы не перемещать правую руку. В своей игре я часто использую арпеджио с помощью чикен-пикена, использую и средний, и безымянный палец. Допустим, возьмем арпеджио соль мэй и сыграем его по 4 ноты. И в противоход по 2. Очень занятный способ играть арпеджио. В общем, везде, где нужно делать межструнные скачки и, возможно, сыграть это чикен-пикеном, я играю это чикен-пикен. И, в общем-то, благодаря этому экономлю массу сил и времени. Смотрите наши уроки и играйте на гитаре.